Океанский лекторий представляет вам заключительную лекцию сегодняшнего дня. Наш лектор Стас Захаров, путешественник, биолог и фотограф. А он расскажет нам про экосистемы и значимость их сохранения в Антарктиде. Друзья, всем привет! Меня зовут Стас Захаров. Я биолог по образованию, окончил биофак МГУ. Я сейчас в данный момент работаю в туристической компании Team Trip, являюсь основателем проекта Well Watching Russia. Мы организуем экспедиции в Арктику, в Антарктику, во всякие другие места в мире. И все эти экспедиции, как бы, ну, то есть это все самопал такой некоторый, да, мы ходим на яхту, то есть у нас нет больших кораблей, и мы всегда сотрудничаем с учеными, и продвигаем всякого рода природоохранные и зоозащитные проекты, занимаемся экологическим просвещением для наших гостей, ну и просто читаем лекции. И сегодня моя лекция про Антарктиду, ее экосистему и значимость сохранения этой экосистемы для того, чтобы ее сохранить. Итак, ну, все мы знаем, да, что Антарктида – это самый южный материк, и кроме того, он был открыт позднее всего, 200 лет назад, собственно, нынешний 20-й год. Это 200 лет с открытия Антарктиды российскими мореплавателями в составе группы Лазарева и Бенсгаузена. И Антарктида – это материк, который очень сухой, там практически нет осадков, и он закрыт огромным слоем, огромным ледяным щитом. Да? Некоторые современные исследования показывают, что Антарктида – это не совсем материк, а скорее группа островов, разрозненных, да, и их все вместе закрывает этот самый ледяной щит, создавая такое ощущение материка. Ну, а слово Антарктида, оно пошло от слова «арктос». «Арктос» — это медведь по-гречески, и «Арктика» — это то, что находится под созвездием Большой Медведицы. А Антарктика, соответственно, находится напротив Арктики, то есть напротив того, что находится под созвездием Большой Медведицы. Ну, и я не знаю, честно говоря, насколько уровень аудитории, немножко в более простых терминах. Но в чем ключевые отличия Арктики от Антарктики? Это в том, что Арктика – это океан, закрытый льдом и окруженный материками. Этот океан и побережье его окружающие называют словом Арктика. Антарктика – ну, вообще Антарктика и Антарктида – это немножко разные вещи, да? То есть, ну, в английском языке по-другому. В русском языке Антарктида называется материк непосредственно, а Антарктика называется материк и окружающие его воды к югу от конвергенции. Сейчас я расскажу вам про конвергенцию, но суть в том, что на севере у нас океан, окруженный материками и островами, на юге у нас материк, окруженный океаном. Ну и, конечно, самым ключевым отличием полярных регионов, как Арктики, так и Антарктики, от всех остальных регионов на нашей планете является продолжительность светового дня и продолжительность ночи. Значит, за счет того, что земная ось у нас наклонена, в течение года, как известно, меняются сезоны, лето сменяет зиму и так далее. Вот. Но если мы обратим внимание, то ближе к полярным регионам на каком-то моменте, начиная с 67-й широты, солнце на какое-то время перестает заходить за горизонт. Да? То есть если там на 67-й широте это будет, грубо говоря, только 22 июня происходить, то выше 67-й широты мы пойдем. Там уже более длительным будет полярный день и полярная ночь. Да? То есть летом солнце практически круглосуточно освещает поверхность Земли и океана, а зимой солнца практически круглосуточно нету. Вот. И этим определяется, собственно, уникальность полярных экосистем. Вот так вот выглядит примерно движение солнца над небосклоном, ну, что в Арктике, что в Антарктике. И за счет круглосуточного освещения в течение лета случается у нас уникальная экосистема в этих регионах. Мы об этом чуть позже поговорим, да. Но также за счет того, что есть полярная ночь, долгая зима, за счет этого образовались ледяные щиты, да. То есть Антарктида – это материк, полностью закрыт толстым ледяным щитом. И очень велика значимость этого материкового и морского льда. Очень велика значимость для экосистемы. Ну вот какие бывают льды? Ну, лед бывает однолетний, понятное дело, который образовался в этом году, он довольно тонкий. Ну, многолетний или паковый лед, ну, в русской и английской литературе называется немножко по-разному, вот, но вообще принято считать, что паковый лед – это многолетний и толстый лед, там, в районе, там, от 3 метров толщиной и выше. Есть также припайный лед, который прирастает к берегу, ну, плавучий лед – это куски, да, соответственно, отколотого морского льда, и айсберги – это куски ледников, которые откололись и уплыли, да.
То есть это совсем другая история. То есть морской лед, он вообще образуется. Дело в том, что морская вода замерзает при температуре порядка минус 1,8 градусов Цельсия. И за счет этого, ну, вообще она очень трудно замерзает, она такая, ну, она соленая такая, она не хочет замерзать. И поэтому, если вот я сам занимаюсь всякими подводными активностями, да, подводной фотосъемкой и дайвингом, и если нырнуть под пресноводный лед, то можно увидеть такую картину, что он абсолютно гладкий и прозрачный, как стекло. А морской лед, если под него нырнуть, то можно увидеть торосы, различные нагромождения, глыбы и так далее. Потому что замерзает он по-другому. Если пресная вода, она просто схватывается и замерзает, то морской лед замерзает вследствие того, что снег падает на поверхность воды, и он становится ядром кристаллизации воды вокруг него. И таким образом нарастает огромные глыбы вот этого неравномерного такого морского льда. Значит, какова же роль морского льда вообще, ну, на планете, да? Морской лед и в случае Антарктиды это материковый лед тоже, да? В первую очередь, как бы, полярные шапки — это аккумуляторы холода на нашей планете, и они не только регулируют температуру, да, как бы, планеты, но и они строят всю картину ветров и течений на нашей планете, да? То есть вот эти вот известные течения, которые мы знаем, такие как, скажем, Гольфстрим или известные там какие-то ветра, там, например, как ветра пролива Дрейка, все это существует за счет вот этой картины холода и тепла на нашей планете, ну и, конечно, коррелируется с силой ее вращения. И, соответственно, в случае таяния полярных шапок вся эта картина поменяется. Да? Кроме того, лед и снег, они белые, и в отличие от поверхности океана или поверхности Земли, они очень хорошо отражают солнечный свет, то есть еще сильнее тем самым они усиливают свой вот этот эффект холода и эффект, как бы, защиты вообще всей планеты от потепления. Кроме того, лед — это основа полярных экосистем и платформа для обитания пагофильных видов. То есть пагофильные виды, собственно, ну, это немножко масло масляное, это виды, которые живут на льду, к ним относятся многие антарктические тюлени. Ну, в Антарктиде это, ну, тюлени и отчасти пингвины, а в Арктике это еще и белые медведи, собственно. Да? И сейчас вот немножко еще поговорим про то, чем же отличается так сильно Антарктида от Арктики и от всего остального. Есть еще такая штука, как антарктическая конвергенция. Это такое круговое течение, которое окружает Антарктиду. Ну, собственно, все, что к югу... Ну, вот здесь кривой линией нарисована антарктическая конвергенция. Все, что к югу от конвергенции, собственно, называется Антарктикой. Ну, и все, что к северу от конвергенции, условно, называется субантарктикой. Но это такая, ну, терминологическая штука. Там нет четкой границы между Антарктикой и Субантарктикой. Вот. И эта конвергенция – это встреча теплых и холодных вод. И в этой конвергенции теплые и холодные воды и выносятся наверх всякие питательные вещества. И за счет этого биопродуктивность этого океана повышается в разы. То есть за счет выноса питательных веществ на поверхность усиливается рост фитопланктона. Ну, о чем мы сейчас с вами, собственно, подробнее поговорим про экосистему. Да? Ну, опять же, повторюсь, не знаю уровень аудитории, поэтому рассказывать буду подробно, да, как построена трофическая сеть в Антарктиде. Ну, в Арктике, в принципе, очень похоже, да. То есть сначала за счет того, что светит солнце на водную поверхность, рождается фитопланктон. Это, ну, аналог травки на Земле, да. Это первичная продукция, которая стоит в самом нижнем слое трофической сети. Дальше эти маленькие организмы поедаются крилем, ну, зоопланктоном, маленькими, небольшими животными организмами, но преимущество в Антарктиде – это антарктический криль, который вырастает в огромных количествах. Вообще вот это вот самое важное звенье трофической цепи, безусловно, и стоит поговорить поподробнее. Дело в том, что продуктивность арктического и антарктического океанов, она колоссально выше, чем продуктивность любых теплых морей и океанов. И происходит это именно из-за того, что Солнце круглосуточно освещает водную поверхность в течение лета, и за счет этого вырастает колоссальное количество первичных продуцентов, которые потом поедают, соответственно, крилем или другим зоопланктоном, но в Антарктиде, конечно, это криль. И криль в Антарктиде, его настолько много, это вот там какие-то там миллионы тонн, там сотни миллионов тонн по биомассе этого криля рождается. И этот криль, он кормит всех дальнейших участников трофической цепи, и тюленей, и рыб, и пингвинов, и птиц летающих, и, конечно, на самом верху трофической цепи, как и везде, стоит у нас касатка. Понятно, да, что первичные продуценты – это
зеленые водоросли, одноклеточные бактерии и прочие микроорганизмы, которые фотосинтезируют, за счет фотосинтеза наращивают массу собственного организма и тем образом дают старт трофической цепи. Ну вот криль – это маленькие такие креветочки, и, собственно, как я уже сказал, криль является вообще самым важным в Антарктиде, что есть. Вот так вот выглядит криль. На одной из личиночных стадий криль живет подо льдом. И в этом очень большая значимость морского льда в Антарктиде, да, что вот морской лед, он является местом обитания этого криля на одном из этапов его развития. Ну, рыба, да, вот эта рыба-клыкач, одна из рыб ценных промысловых видов, которые вылавливаются в Антарктиде. Но вообще интересно, что в отличие от Арктики, где огромная биомасса рыбы, да, то есть большая часть рыбы, которую мы едим, большая часть рыбы, которую мы покупаем в магазинах, она выловлена в Баренцевом море. Это треска, сельдь, и, значит, она попадает нам на прилавки из арктических морей. Соответственно, в Антарктиде нет такого огромного количества рыбы, зато есть огромное количество именно криля. Не очень понятно, за счет чего такой дисбаланс появился, но понятно, что антарктическая конвергенция, она как бы изолирует всю Антарктику от всего остального мира. И, в общем-то, она в некотором роде, я бы сказал, что она немножко препятствует взаимопроникновению видов через нее, с севера на юг и с юга на север. Поэтому в Антарктиде такое большое количество уникальных видов. Вот. Возможно, из-за конвергенции больше криля, чем рыбы, но, конечно, однозначного ответа на этот вопрос нет. Ну, по крайней мере, у меня. Ну, в общем, если вот мы вернемся к трофической цепи, вот здесь не изображены у нас киты, а китов в Антарктиде очень много. И китов я очень люблю. Мы много ездим к китам, мы за ними наблюдаем, мы сотрудничаем с учеными, которые занимаются китами, мы их сами изучаем, много на них смотрим и так далее. Вот, поэтому мой рассказ я начну с китов, которые, конечно, тоже в основном питаются крилем. Вот на этой картинке, собственно, изображены все киты, которые человеку известны. И вправо смотрят усатые киты, влево смотрят зубатые киты. Усатые, ну, зубатые киты, понятно, да, у них во рту есть зубы, и они, собственно, питаются в основном рыбой или более крупной добычей. Но из зубатых китов у нас здесь представлены кашалот и касатка непосредственно в Антарктике. А усатых китов здесь побольше. Усатый кит отличается от зубатого тем, что зубов у него нету, зато с верхней челюсти свисают плотные роговые пластины китового уса, которые прилегают друг к другу, образуя тем самым фильтрующую сетку. И мы начнем с полосатиковых китов, которых в Антарктиде, собственно, несколько видов заходит. Полосатиковые киты – это вот то, что вот вы представляете при слове «кит». Это очень крупные животные, торпедообразные, вытянутые, очень быстрые, очень выносливые, которые стремительно движутся куда-то через толщу Мирового океана и по дороге, в общем, примерно поедают все, что им попадается на глаза. Сейчас я немножко расскажу про миграции. Собственно, именно полосатиковые киты, они мигрируют, и в полярные воды, в том числе в воды Антарктики, они приходят именно для того, чтобы поесть. Когда антарктическим летом нарастает очень большое количество криля, все усатые киты, там и горбатые киты, и финвалы, и синие, они устремляются в полярные широты для того, чтобы полакомиться этим изобилием биомассы. Да? А потом они возвращаются на экватор для того, чтобы там размножаться и давать потомство. Ну, что такое полосатиковый кит, собственно? Полосатиками их назвали из-за того, что на зобе у них есть такие полоски, которые на самом деле являются не полосками, а складками. И эти складки помогают им охотиться. Вот когда полосатик видит свое скопление добычи, будь то рыба или криль, но в данном случае мы будем говорить о криле преимущественно, он открывает свой огромный рот, и эти складки расправляются, позволяя его зобу надуваться до огромных размеров. Таким образом, у него во рту оказывается смесь из воды и криля. После чего полосатиковый кит выплевывает воду через свой китовый ус, а криль остается на внутренней стороне уса. Вот так, собственно, полосатиковые киты охотятся. Но если мы поговорим по конкретным видам, то вот в Антарктиде обитают синие киты, хотя их немного, и в своих экспедициях в Антарктиду я синих китов не встречал. Известно, что довольно значительные были китобои. Вообще, при открытии полярных широт, что арктических, что антарктических, человечество быстро смекнуло, что там очень много животных, которых достаточно легко найти и достаточно легко на них охотиться. Поэтому отправлялись с огромной жадностью целые артели китобойные и зверобойные, ну, в плане добычи тюленей. Вот. Но, слава богу, Антарктиду не успели сильно потрепать в плане тюленей,
Но в плане китов, конечно, Антарктида пострадала, и вот те места, где тогда был китобойный промысел, считается, что сейчас в тех местах упала плотность китов примерно в 50 раз по сравнению с тем, что было в 19-20 веках. По сравнению с тем, что было до китобойного промысла, я прошу прощения. Вот. Ну, синий кит, он чем хорош? Это самое большое животное на планете, достигает длины 33 метра, веса 150-200 тонн. Для сравнения, вес африканского слона 5 тонн, то есть этот товарищ, он как соответствующее количество этих африканских слонов. Как я уже сказал, это синий кит — это типичный полосатик, то есть это вытянутое тело, большая скорость, большая выносливость, он куда-то чешет, открывает рот, по дороге съедает этот криль, но большим интеллектом не отличается. Его ближайший родственник — это финвал. Финвал настолько близок к синему киту, что они даже нередко образуют смешанные группы, я сам такие группы видел, и даже говорят, что спариваются и дают потомство. Но, честно говоря, прямых подтверждений этому я не видел. Ну, и ближайший родственник, соответственно, там длина 26-27 метров, и по сути, по смыслу, примерно то же самое. Да? И дальше идут еще более мелкие полосатики, ну, собственно, и финвал, и синий кит встречаются в Антарктиде. И также среди них, среди этих полосатиков, встречается малый полосатик. Это самый мелкий полосатик китов. Он достигает длины всего 8 метров. И как раз в Антарктиде довольно много. И мы их на своем пути встречали неоднократно в нашей экспедиции. Ну и горбатый кит, конечно. Горбатый кит, он полосатиковый кит. Но он вообще не похож на остальных полосатиков совершенно. Потому что, как вы видите, у него более толстое тело и огромные грудные плавники. Собственно, он называется по латыни мегаптера, что значит большое крыло, и совершенно по-другому он охотится. То есть в Антарктиде мы нередко наблюдали вот эту вот знаменитую пузырьковую охоту горбатых китов, да, когда горбатые киты сбивают стаи своей добычи, будь то рыба или криль, но в данном случае, конечно, это криль, сбивают в плотный шар, и несколько китов плывут под этим плотным шаром, выпуская пузыри. И таким образом добыча оказывается зажата в цилиндре из пузырей, которые она воспринимает как сплошную стену. И не может сквозь нее пройти. После этого киты открывают рты, и все вместе большой толпой поднимаются с открытыми ртами через этот цилиндр, заглатывая все, что в нем находится. Вот такой прекрасной картиной это все заканчивается. Ну и вот нам посчастливилось в Антарктиде много часов наблюдать пузырьковую охоту горбатых китов. Конечно, в воздухе были дроны, мы все это снимали, было очень интересно и, конечно, очень красиво. Также в Антарктиду заходят южные гладкие киты. Ну, гладких китов, вообще их всего 4 вида, и все они очень сильно пострадали от китобойного промысла, и южные, наверное, это те, которые лучше всего восстановились. И в Антарктиде было очень много раньше гладких китов, и сейчас они, вот по наблюдениям гидов, полярных и ученых, они только вот начинают возвращаться, когда их популяция более-менее восстановлена. Да, вот гладкий кит, он не похож совсем на полосатик, он короткий, ну, то есть он такой, ну, не то что короткий, да, но у него такое толстое, плотное тело, небольшие короткие плавники, он довольно медлителен, и питается он планктоном не так же, как полосатиковый кит, а методом прямой фильтрации, да, то есть вода затекает ему прямо в рот, у него такой огромный, больше 2 метров длиной китовый ус, и из этого же рта, она вот из этого вот искривленного рта, она сзади вытекает, эта вода, а на внутренней стороне уса остается планктон. Ну, в данном случае криль. И он этот планктон слизывает. Нередко это происходит на самой поверхности, это кормление, из-за чего, собственно, гладкие киты очень уязвимы ко всякой гадости, которая по поверхности плавает, будь то веревки или сети. А во времена китобойного промысла, собственно, они назывались, ну, собственно, они сейчас называются right whale, что значит правильный кит, и это пошло со времен китобойного промысла, потому что этот кит правильный, потому что он правильный для охоты. Его очень легко заметить и его очень легко добывать, потому что он медлительный и часто показывается на поверхности и имеет в себе много китового жира в уровне, ради которого, собственно, вся эта добыча и велась. Но, слава богу, сейчас в Антарктиде китобойного промысла нету. Ну, то есть есть небольшие заходы японских судов в субантарктические воды, но, насколько я помню, сейчас Япония отказалась от промысла в субантарктике. Хотя я могу и ошибаться. Вот так вот выглядят гладкие киты под водой, они обрастают такими ракушечками, потому что они медлительные. Но, собственно, полосатики также не обрастают, потому что они совершают длительные миграции из холодных вод в теплые, и эти паразиты не выдерживают разницы температур. А эти ребята не мигрируют так далеко и не идут так быстро, поэтому вот такие вот они смешные обросшие. Вот, но мы перейдем к зубатым китам. И из зубатых китов, собственно, в Антарктиде представлены 2. Я не буду останавливаться сильно на дельфинах, но потому что дельфины, они, в общем-то, они всегда везде дельфины, и из дельфинов мы рассмотрим только касатку.
Ну, кашалот, ну, собственно, кашалот не является типичным обитателем вот Антарктики, но случаются туда заходы, вот, и, в общем-то, наблюдают кашалотов. Хотя, в общем, я бы не сказал, что кашалот какой-то очень холодолюбивый вид, он скорее тяготеет к уверенным и теплым широтам. Ну вот, про кашалота поэтому в двух словах. Кашалот с португальского переводится как «большая голова». И, собственно, не просто так его имя ему дали, а потому что у него большая голова. И большая эта голова помогает ему охотиться на гигантских кальмаров, которые живут на больших глубинах. А помогает она ему следующим образом. Дело в том, что большая голова кашалота является акустическим резонатором, или акустической линзой, как называют специалисты по китообразам. Это огромный мешок с жиром, и кашалот, вот розовым на слайде изображена ноздря, и кашалот с помощью ноздри, там есть такие подобия голосовых связок, называются обезьяньи губы, и он с помощью этой ноздри издает щелчок, который проходит через жировую подушку акустической линзы до черепа, отражается от черепа и проходит еще раз, вырываясь наружу очень концентрированным, очень сильным пучком звука, который является эхолокатором. Да? Это основной орган ориентирования пространства для кашалота и также для других зубатых китов. Но, в принципе, кашалот он наиболее такой развитый и гипертрофированный. И эта штука помогает кашалоту на больших глубинах находить гигантских кальмаров, на которых он находится. Также весь организм кашалота набит адаптациями к нырянию на большие глубины. Вот. Ну, не будем долго останавливаться на кашалоте, потому что не совсем про него разговор. Но, конечно, в Антарктиде есть касатки. Касатка это дельфин, да, мы знаем, что касатка это дельфин. Но касатка это не только дельфин, но это еще самый большой и самый злой дельфин в океане. И также касатка это самый высший хищник в Мировом океане, и нету касатки в Мировом океане равных. И есть там несколько причин. Первая причина то, что касатка это очень большое животное, да, то есть это хищник весом около 5 тонн, что соответствует примерно весу африканского слона. И длина взрослого самца достигает 7-8 метров. Кроме того, касатки – это стайные хищники, и все их действия проявляются вместе. И за счет того, что они стайные, они развели очень сложные тактики охоты, которые позволяют им охотиться на любую добычу в Мировом океане, вплоть до кашалотов и синих китов. Да? То есть можно сказать так, что ни одна добыча в Мировом океане, ни одно животное в Мировом океане не может уйти от касаток, если они захотят его добыть. А также ни одно животное в Мировом океане не может представлять угрозу для касаток, ну, кроме самих касаток. То есть это касатки – это абсолютные короли Мирового океана, собственно, и Антарктиды в том числе. В разных точках Мирового океана обитают разные касатки, это называется словом экотипы. И вот на этой картинке как раз представлены экотипы. Слева большой – это самец, справа от него – это самочка поменьше. И каждый экотип касаток имеет свои тактики охоты, и свою как бы специфику и место обитания, и охоты. И, собственно, несколько из этих экотипов обитают в Антарктиде. Ну вот я расскажу вам немножко про различные тактики охоты касаток. Такая охота происходит в Арктике, в Норвегии. Ну, это самая простая, пожалуй, охота касаток. Карусельная охота, которая не требует особого интеллекта. Они просто загоняют рыбу в плотный косяк и выбивают из нее хвостами, глушат часть этих рыб. Вот такая более... Вот в Антарктиде есть вот такая тактика охоты касаток. Ну, это как один из примеров такой эффективной, крутой совместной охоты. Они, значит, видят, что тюлень лежит на льдине, выплывают и смотрят, что это за тюлень, да? Поскольку мы сейчас дальше перейдем к тюленям, в Антарктиде есть более безобидные тюлени, есть менее безобидные тюлени. Конечно, касатка может съесть кого угодно в море, но, конечно, она предпочтет убедиться в том, что этот тюлень относительно безопасен, и вот это вот тот вид, который ей подходит для охоты. Да? То есть на опасную добычу касатка будет нападать только в случае крайней нужды и не будет рисковать лишний раз, как и любой другой хищник, поскольку для любого хищника травма – это потенциальная смерть. Потому что, получив травму, хищник может оказаться неспособным добывать себе добычу. Вот. Значит, что делают касатки? Они посмотрели, и дальше они идут совместно фронтом, нагоняя волну на льдину. Это, соответственно, тактика охоты, которая требует кооперации и большого интеллекта. Ну, то есть все эти тактики охоты, это называется общим словом культура, и они передают эту культуру касатки из поколения в поколение, значит, своим детенышам. И вот они, значит, коллективным образом смывают несчастного тюленя с льдины, тихо его съедают. Вот такие, собственно, разнообразные интересные тактики охоты и позволили касаткам стать королями Мирового океана. Ну,
Сейчас посмотрим. Да, давайте, ну, про эту тактику охоты умолчим, поскольку у нас про Антарктиду. Давайте посмотрим, как они загоняют в Антарктиде малого полосатика. Ну, довольно долгое видео. Я, наверное, не буду ставить его до конца. Это BBC. И, значит, там Дэвид Аттенборо рассказывает, но я вам по-русски расскажу, чтобы побыстрее было. Значит, малые полосатики приходят летом в Антарктиду, чтобы кормиться. И, конечно же, касатки не преминут этим воспользоваться. И, значит, они их выслеживают. И что дальше происходит, давайте посмотрим, и я вам потом еще немножко расскажу. Это снималось в проливе Лемера. Такое считается чуть ли не самое красивое место в Антарктиде. Вот, собственно, дважды мне посчастливилось там побывать год назад. А в этом году мы все сидим на самоизоляции и грустим. Ну вот, собственно, касатки находят малого полосатика. Антарктические касатки, они довольно специфичны. У них маленькое вот это заглазничное пятно. И по нему его очень легко отличить внешне визуально от других касаток. Кроме того, они мельче. То есть они довольно мелкие, если сравнить их с другими касатками. В общем, проблема у касаток с малым полосатиком заключается в том, что малый полосатик быстрее и выносливее, чем любая из касаток, да? Он обладает за счет своей гидродинамики, за счет своего образа жизни, он гораздо более приспособлен к длительному непрерывному плаванию, то есть такому стайерскому заплыву. Вот. И что же делают касатки? Значит, для того, чтобы эффективно, значит, справиться с этой проблемой, они гонят и изматывают малого полосатика, и поскольку он быстрее их, они делают то же самое, что делали извозчики с лошадьми, да, то есть они свежих ставят вперед, чтобы те угоняли и изматывали жертву. Более усталые касатки встают в хвост, чтобы отдыхать. Вот, ну, собственно, они гонят малого полосатика, гонят, они его начинают притапливать, поскольку они знают, что они очень умные существа, они знают, что он дышит воздухом так же, как они начинают его притапливать, чтобы как можно меньше давать ему дышать, чтобы быстрее уставал. И в конце, когда он уже измотан, они его переворачивают кверх ногами, не дают ему вдохнуть, и он умирает от того, что задыхается. Да? Ну, вот, собственно, BBC, вот мой друг Тед снимал вот эти кадры, и он рассказывал, что там была и кровяка, в общем, потом, но поскольку BBC это семейный просмотр, они решили, что, в общем, не надо такое демонстрировать. Ну, в общем, рассказал я немножко про китов как часть экосистемы Антарктиды. Теперь перейдем к тюленям, да? Ну вот тюлени делятся на три большие группы. Это настоящие тюлени, ушастые тюлени и моржи. И в Антарктиде у нас представлены, ну, пять видов, скажем. Ну, не пять, да, там плюс-минус зависит от того, что считать Антарктикой конкретно, да. Но, в общем, у нас представлены и настоящие, и ушастые тюлени. Настоящие тюлени из группы Монахина. И ушастые тюлени, морские львы, морские котики, они все представлены у нас в Антарктике. И все они, конечно же, зависит от антарктического криля, да, поскольку криль является, как мы помним, основой экосистемы всей Антарктики. Ну вот, расскажу вам про группу Лабадантина. Это настоящие тюлени, обитающие в Антарктиде, их четыре вида, и про каждого из этих видов можно сказать, что это самый-самый, в чем-то, каждый из этих видов в чем-то рекордсмен, да. Ну, начнем мы с тюлени-крабоеда. Тюлень-крабоед – это самый многочисленный тюлень в мире. И суммарная, то есть оценивается численность тюлени-крабоеда примерно в 15-20 миллионов особей. И тюлень-крабоед вместе с остальными тюленями Антарктиды, они составляют по различным оценкам до 80% биомассы всех тюленей в мире. То есть в Антарктиде очень много тюленей. И тюлень-крабоед, вот он такой многочисленный, классный. И классный он потому, что он питается крилем. И крабоед выработал себе вот такие вот специальные зубы, которые изображены на этой картинке, которые действуют по принципу китового уса у усатых китов. У полосатиков даже китов, я бы сказал. То есть крабоед, он заглатывает воду вместе с крилем,
ну, не заглатывает, а хватает ртом воду вместе с крыльем, и после этого вода выплевывается через зубы, а крылья остаются во рту. Абсолютно точно так же работает, как китовый усы полосатиков. И очень интересно, что у древних усатых китов до появления усов были точно такие же зубы. Это пример конвергентной эволюции. Да? Причем усы не произошли из зубов, но до появления усов были вот такие вот зубы. Вот. И вот это позволило, собственно, такой вот охота на криль, она позволила крабоиду стать самым многочисленным тюленем в мире. Следующим идет морской леопард. Это ближайший родственник, можно сказать, старший брат крабоеда. Это мой любимый тюлень. Ну, вместе с моржом, пожалуй. Вот. Это огромный тюлень. Он достигает 3,5-4 метров в длину и веса там, 400 или более килограмм. И это такой, наверное, единственный тюлень, который на постоянной основе питается теплокровной добычей. Ротовой аппарат морского леопарда приспособлен и для питания крилем, и для питания пингвинами и другими тюленями. Суть в том, что у него есть большие клыки для удержания и разрывания добычи, а все остальные зубы у него также приспособлены, как и у крабоеда, они имеют три вершины и тоже приспособлены для фильтрации криля. Соответственно, большую часть года леопард питается крилем, но очень разные оценки даются, что криль там типа от 30 до 80% рациона леопарда составляет, ну я вот сам лично видел, как леопард питается крилем. Вот. Но также значительную часть рациона составляют пингвины и также другие тюлени, в том числе и крабоед, его ближайший родственник. Как происходит охота леопарда на пингвина? Леопард патрулирует побережье в январе-феврале, начале марта, когда пингвинов подрастают птенцы, и эти птенцы постоянно требуют корма. И родители вынуждены ходить в воду, чтобы принести им криль, потому что он в зобе. Они все тоже питаются крилем, так же, как и большая часть животных в Антарктиде. Соответственно, потом пингвины, когда уже подрастают маленькие, они сами начинают ходить в воду и учиться плавать. И вот это вот самое вкусное время для леопарда. Леопард патрулирует побережье и пытается застать врасплох пингвинов. Причем это хоть и не стайный хищник, но он довольно умный, он использует всякие различные тактики. Например, в последнем фильме BBC было показано, как он использует дробленый лед для того, чтобы под ним поймать пингвинов, потому что по дробленному льду пингвины как бы не могут ни плыть по поверхности, ни идти по льду. И они туда провалятся, он легко их оттуда достает. Ну и вот всякие различные тоже прикольные тактики он придумывает. В общем, такой замечательный хищный тюлень. Хотя вот я нередко наблюдал, как леопард лежит на одной льдине с крабоедом или с парой крабоедов, и они совершенно спокойно друг на друга реагируют, не обращают внимания. Хотя вообще многие исследователи фиксировали, как леопард именно питается крабоедами. Ну вот мы наблюдали немножко другое. Ну это очень много интересного и неизученного. Кроме того, леопард, он такой очень интересный тюлень, он реагирует по-особенному на присутствие человека в воде и нередко подходит к дайверам и интересуется ими, и всячески с ними играется. Интересно, что обычно так реагируют на человека морские львы и морские котики чаще всего, вот, но вот, которые относятся к ушастым тюленям, но вот леопард тоже. И вот в нашей экспедиции в Антарктиду в том году вот как раз нашей задачей было поплавать с леопардом, снять его под водой, что нам, к счастью, удалось. Ну вот небольшой ролик из жизни императорских пингвинов, про которых речь пойдет немножко позже. И про то, как они, значит, боятся все этого леопарда злого. Не знаю, есть ли у вас звук. Будем надеяться, что есть. And they slowly home in on one another. The plaintive entreaties of the chick stimulates the adult to regurgitate an armful of fish. With the return of one parent, the other is free to go to sea to feed for itself. Aware of the leopard seal's presence, the penguins press together at the ice edge, unwilling to be the first to risk diving in.
Вот, видите, как они его все боятся. Собственно, мы наблюдали такую же картину с пингвинами Генту, или папуасских еще называют, когда пингвины прям не могут войти в воду и боятся, потому что знают, что рядом находится морской леопард. Вот он даже на суше, в принципе, их может достать. Хотя это, конечно, редкость, он обычно в воде охотится. Но вот задали мне вопрос, бывали ли случаи нападения леопардов на дайверов? Да, бывали. Был один случай, когда убил и утащил вниз с концами одну исследовательницу морской леопард. После этого ее родителям был создан фонд исследования взаимодействия дайверов с леопардами. Но как бы и были несколько случаев, когда леопард наносил человеку травмы, но человек выживал после этого. И да, конечно, с леопардами погружаться довольно опасно. Но, в общем, к любому животному можно найти подход, чем мы, в общем, и занимаемся в наших экспедициях. Вот они просто пингвины, вот они вынуждены идти в воду, потому что им надо есть и приносить своим детенышам еду, и вот вынуждены сталкиваться с этой угрозой морского леопарда, который постоянно их поджидает в воде. В общем, более-менее понятен смысл. Значит, следующий тюлень, это тюлень Росса. Это самый загадочный тюлень, наверное, в мире. Вот если вот говорить про самых-самых, да, вот он самый загадочный. Его почти никто никогда не видел. Даже вот мой друг, вот у меня есть друг Гриш Цидулк, может быть, некоторые из вас его знают, который много раз был в Антарктиде, он и то не видел этого тюленя Росса, хотя он там десятки раз был в Антарктиде. И это самый маленький из антарктических тюленей, и его очень мало кто видел, и он самый загадочный, потому что никто про него ничего не знает. И вообще, как бы, фотография тюленя Росса — это некоторая уникальная штука. Если его загуглить, там полторы фотографии на весь Google будет. И дальше идет тюлень Буделла. Тюлень Буделла – это тоже самый-самый тюлень в каком-то смысле, да, и, ну, это крупный довольно тюлень, он питается, ну, рыбой и кальмарами, да, не то чтобы в основном, то есть криля в меньшей степени, но, тем не менее, и рыба, и кальмары зависят от криля, поэтому все равно он зависит, соответственно, от наличия криля в Антарктиде. Тюлень Буделла – он самый южный из всех тюленей, да, он обитает в самых экстремальных условиях. Заходят уже даже туда, куда не могут зайти ни другие тюлени, ни даже порой ледоколы. Вот. И всю зиму, короче, когда он там живет, он поддерживает лунки, так же, как тюлени в Арктике, вот нерпы делают, да, он поддерживает лунки во льду. Чем больше у тюленя Буделла лунок, тем, значит, больше у него охотничьи угодья, тем более он экологически успешен, и тем более этот тюлень привлекательный для самок. Причем есть отдельное исследование, что чем больше лунок, тем более он успешен именно в размножении. Интересно, что также тюлень Буделла издает очень такие странные космические звуки, такие похожие на какие-то там звуки сирены, которыми он якобы глушит свою добычу, но это не очень доказано, что он может так глушить, но есть предположение, да. Опять же, один из моих знакомых, можно сказать, друзей, вот он рассказывал, как его оглушило в пещере подо льдом, и, вероятнее всего, это был тюлень Буделла, хотя уверенности нет в этом. Вот такой вот тоже странный космический товарищ. Вот так вот он зевает. Видите, у него нет трех вершинных зубов для фильтрации криля. Значит, мы закончили с группой лабадантины и перейдем к морским слонам. Морские слоны – это самые крупные из тюленей. Два вида, и один из них – это южный морской слон, обитает в водах Антарктики. Морские слоны – тоже рекордсмены. Они достигают веса 4 тонн, что в два раза больше, чем чем тихоокеанский морж. И практически соответствует весу африканского саванного слона. То есть это огромные животные. Почему они называются слонами? У них вырастает такой огромный хобот на голове. И они устраивают такие серьезные, мощные поединки за самок, где клыками очень сильно друг друга ранят. Вот такие вот у них клыки. Вот мы встретили морских слонов на островах, на подходе к Антарктике, Антарктиде. Вот этот вырост у них, это вторичный половой признак, да, и этими зубами они друг друга долбасят. Видно, что это молодые самцы, и у них уже на шкуре следы от зубов. То есть они еще по-серьезному не сражаются за самок, но они уже все друг друга, значит, побили. Ну и, конечно, морской слон известен тем, что стал прототипом для создания ждуна. Ну и видите, у них что, небольшие такие черные глаза, и неспроста они такие большие и черные. Показано, что в этих глазах есть пигменты, похожие на пигменты глубоководных рыб. И эти глаза позволяют им улавливать малейшие лучики света на большой глубине, куда они ныряют. Ныряют они на глубины, если не ошибаюсь, до 1,5 километров в поисках кальмаров. Да, эти животные большую часть жизни они проводят в открытом океане и вот ныряют за кальмарами. Да. В отличие от предыдущих видов, о которых я рассказывал, которые погофильные, да, они живут на льду, и лед – это платформа для их обитания, для размножения.
и так далее. Этот вид больше базируется на земле и так сильно со льдом не связан. Ну и киргизский морской котик – это шестой из шести видов тюленей именно, которые приходят в Антарктиду в саму. Ну, морской котик, он, в общем, и есть морской котик, про него особенно ничего не расскажешь, их довольно много. В каком-то моменте они находились на грани истребления, человек практически их истребил, как и многих других ушастых тюленей. Но если говорить про отличие ушастых тюленей от настоящих, они заключаются в том, что у них совершенно по-другому устроены ласты, конечности, да, и если настоящий тюлень может только ползать, как гусеница, то ушастый тюлень может прекрасно передвигаться, ходить по земле и даже бегать по земле. Ну и у них есть уши, но, в общем, это, ну, внешняя ушная раковина, да, но это не очень, наверное, принципиальное отличие. Вот. Ближе к антарктическому лету они все продвигаются на юг, в саму Антарктиду с островов. И, в общем, первая экспедиция у нас была в январе, и мы видели их только вот на подходе, умеренный климат. А вторая экспедиция у нас была в феврале, и уже вся Антарктида была заполнена этими тюленями. Ну и вот южный морской лев, можно сказать, что это тоже обитатель Антарктики, да, вот Антарктики, но, конечно, до самой Антарктиды он не доходит. Это тоже ушастый тюлень. Вот вы видите, что у ушастых тюленей очень большой половой диморфизм. Самец гораздо больше самки, и они образуют огромные гаремные лесбища, где одного самца очень много самок. Ну, это более все-таки теплолюбивый вид, и, скажем так, самая южная граница ареала его обитания можно считать там вот как раз в районе антарктической конвергенции. Перейдем к пингвинам. Это переход от тюленей к пингвинам. Вот про морских слонов небольшой ролик. Вот на островах Южной Джорджии, это как раз в районе конвергенции, на границе, ну, можно сказать, то ли Антарктика, то ли Субантарктика, там терминологически не очень понятно, вот обитают, значит, морские слоны, и рядом с ними обитают королевские пингвины. И вот, значит, вынуждены пингвины очень опасаться этих слонов и аккуратно между ними пробираться, и вот такие вот смешные, вот это тоже мой друг из BBC, Тед Гиффорд, снимал, вот. Как они пробираются, значит, мимо этих спящих слонов, пытаясь их не потревожить, потому что слоны очень агрессивны, и не только друг другу они долбасят, но и пингвинчик может отхватить от яростного и переполненного тестостероном огромного самца. Ну вот так вот сражаются морские слоны, такие огромные чудовища. Ну ладно, пойдем дальше. Ну и переходим, наверное, к последнему разделу нашей лекции, перед тем, как мы поговорим о важности сохранения экосистемы Южного океана. Я расскажу вам немножко про пингвинов, которые там обитают. Соответственно, у пингвинов есть всего 18 видов, и непосредственно в самой Антарктиде обитают только две группы. Это антарктические пингвины и императорские пингвины. А другие обитают уже на островах, собственно, Антарктики и Субантарктики. Ну, собственно, пингвин – это птица, которая полностью адаптировалась к плаванию в воде, к жизни в холодной воде. Его грудная мускулатура очень сильно развита, что позволяет ему очень хорошо махать крыльями в плотной среде. Для продвижения его ноги также приспособлены под руление. Толстый слой жира и водоотталкивающие перья помогают ему сохранять тепло в воде. Ну и, соответственно, глаза у пингвинов очень хорошо развиты и ориентируются, в общем, они в основном в воде по зрению. Питаются пингвины исключительно крилем, и криль же они приносят в зубы своим пингвинятам, своим детенышам. Ну вот, как я сказал, их 18 видов, они делятся на 6 групп. Это антарктические, императорские, хохлатые пингвины, очковые. Ну и две группы, сам как называется, монофилетические, желтоглазые и малые пингвины. Вот, ну, немножко поговорим про них. Вот, обитают пингвины по всему южному полушарию, вплоть до экватора. Но большая часть пингвинов сосредоточена в Антарктике. Да? Большая часть, ну, в Антарктике и Субантарктике большая часть видов пингвинов сосредоточена. И они, конечно, адаптированы для жизни в холодных достаточно широтах и питаются преимущественно крилем пингвины. Ну, что касается, вот, если более северно пойти, да, то это группа очковые пингвины, которые живут и в Австралии, и в Южной Африке, и до Намибии даже доходят.
могу ошибаться, но, по-моему, доходит до Намибии, вот, и по всему западному побережью Южной Америки, вплоть до Галапагосов, там живет эндемичный галапагосский пингвин, относящийся к группе очковых. Соответственно, большая часть пингвинов обитает в Антарктике. Ну и вот, что касается антарктических пингвинов, это отдельная группа, их три вида, это чинстрет, генту. Можно, грубо говоря, стоять на пингвине колонии, они сами будут к тебе подходить и в упор тебя разглядывать, и как-то пытаться с тобой взаимодействовать, это совершенно волшебно, и очень... И, собственно, именно поэтому было снято столько фильмов про пингвинов, поскольку их снимать очень легко, потому что за ними, в отличие от других животных, не надо гоняться, не надо пытаться там их найти и так далее. Вот. А можно просто к ним подойти, и они совершенно как-то не переживают по этому поводу. Ну вот как раз вот эти все самые вот типы поведения, как они, значит, из камушков строят гнезда, как они там спариваются, у них всякие брачные игры, они песни друг другу поют, и... Они даже воруют друг друга камни, и мы все тут наблюдали, и это очень легко как бы наблюдать, когда ты находишься в Антарктиде. Ну вот, немножко про антарктических пингвинов, короткий ролик. Как они там выживают и страдают. Конечно, условия, в которых они живут, к которым они адаптированы, они очень тяжелые, но, с другой стороны, конечно, если... Ну, как бы потепление, конечно, очень сильно угрожает пингвинам, но гораздо больше пингвинам угрожает, безусловно, человек, а опосредованно, но буду я об этом рассказывать дальше. Ну, вот, например, представьте себе, что как может вот даже вот прямые угрозы, да, потеплением, если даже вот мы не будем брать там лед, на который они там высаживаются и обитают, да, вот даже просто дождь антарктическим летом, это прямая угроза для птенцов, потому что птенцы, их перья не приспособлены для того, чтобы держать воду, и если пройдет дождь, птенцы намокнут и погибнут от холода, да, и они как бы не рассчитаны на то, чтобы выдерживать воду. Поэтому вот даже вот такой банальный самый пример, как дождь, он как бы очень сильно будет угрожать несчастным пингвинам. Вот такие различные типы поведения, и очень легко находиться просто на колонии, и даже с учетом того, что антарктические правила регулируют 5 метров до животного, нельзя приближаться ближе, но животное, оно может подойти к тебе самостоятельно ближе, тогда ты не обязан уже от него отходить, вот, соответственно, можно подойти, стать рядом с колонией, и пингвины сами будут к тебе подходить, тебя изучать, и всякие вот такие штуки вытворять смешные. Вот. Конечно, это для меня, как для фотографа, это просто рай, можно наблюдать за этим, ну, просто часами. Ну, вот, видите, вы пока, ну, вот это мы тоже много раз видели, они носят камушки, и успех размножения пингвина зависит от того, как он хорошо собрал гнездо из своих камушков. Ну, и, собственно, те, которые похитрее, они воруют камушки у соседей. Ну, ладно, это мы все знаем, пойдемте дальше. Другие пингвины, которые обитают в Антарктике, это хохлатые пингвины, два вида, магелланов пингвин, это к очковым относится, и, ну, здесь написано королевский, нарисован почему-то императорский, но мы сейчас поговорим именно про королевских императорских пингвинов, которых все постоянно путают, потому что они действительно очень похожи, вот, и чем они отличаются, где они обитают. Вот королевские пингвины, они обитают на островах в районе конвергенции, то есть на островах субантарктики. Это в основном Южная Джорджия и Маквори. Две больших самых колонии находятся. То есть в заливе, помню, Святого Андрея, что ли, или какого-то там, каком-то там заливе на Южной Джорджии, в одном месте скапливается до 400 тысяч в одном заливе этих самых пингвинов. Это крупные пингвины, они размером там, ну, примерно человеку, там, ну, как полчеловека, да, там, выше, чем по пояс. Ну вот, собственно, они хороши тем, что они живут вот именно в том регионе, который вот находится к северу, и он немножко потеплее, чем Антарктика. Вот такие вот огромные колонии вот на Южной Джорджии образуют эти пингвины, как раз которые там от морских слонов всячески защищаются, а вот коричневые – это их птенцы. А вот здесь как раз обозначен ареал их обитания, этих самых королевских пингвинов. А если поговорить об императорских пингвинах, то это совсем полная противоположность. Да? Он побольше, помассивнее и потолще. Их можно отличить, ну, во-первых, по региону обитания их можно отличить, потому что там, где обитают королевские, императорские не обитают. Императорские обитают глубоко в Антарктиде, да, то есть по побережьям, в самых южных частях побережья Антарктиды, в самых холодных и тяжелых условиях.
туда вот добираются, собственно, тюлени Будела и пингвины Адели еще, да, из антарктических пингвинов. И, в общем, примерно больше никто туда и не добирается. И это самые, наверное, ну, одни из самых тяжелых условий на нашей планете. И вот, значит, у этих пингвинов, вот они известны тем, что, ну, это самые крупные из пингвинов, во-первых, да. И зимой что происходит? Им нужно, чтобы птенцы родились весной, поэтому, ну, чтобы они за лето успели набрать вес и адаптироваться к взрослой жизни. И для этого они зимой откладывают яйца. И самки, отложив яйца, уходят в океан кормиться, а самцы, значит, несчастные стоят и греют на лапах своих это яйцо, сгруппировавшись в плотную такой комок, в плотную группу из пингвинов. Вот, и постоянно меняются, чтобы внешние заходили внутрь и грелись, а внутренние, значит, вместо этого стояли и защищали группу от холода. И вот так они стоят несколько недель. Потом рождаются пингвинята, и они сидят у них на лапках, и они все стоят и стоят. И это так очень драматично. И вот они стоят, и вот, наконец, самки возвращаются, они там как-то ну, с большим трудом находят своих, и меняются, и самцы уходят кормиться в воду. Вот. Вот такие, вот такой вот у них уникальная, можно сказать, стратегия размножения, не похожая на других животных. Но вот она позволяет им пережить самые холодные, самые тяжелые условия, в которых обитают животные. Да, кстати, о холоде. Антарктида вообще самое холодное место на Земле, и в материковой ее части температура достигает до минус 89 градусов Цельсия в районе там как раз станции «Восток» нашей российской. Но надо понимать, что, конечно, вся жизнь в Антарктиде, она живет по побережьям и в океане, где, конечно, температуры совсем не такие, и ну, зимой там может быть, ну не знаю, минус 40, а летом, вот когда мы были, ну это плюс 10-15 градусов. То есть это совсем не полюс холода. Вовсе даже. Вот. Но это, в общем, одни из самых экстремальных условий, безусловно, в которых обитают животные. Вот, собственно, ареалы обитания, самые ключевые, вот, отмечены зеленым для императорского пингвина. Вот. Ну, собственно, на этом я заканчиваю про экосистему и немножко поговорю о том, значит, ну, мы поговорили немножко о том, как работает экосистема, да, то есть то, что в Антарктиде все очень сильно завязано на криль, да. Так или иначе, фитопланктон, то есть зеленые водоросли и бактерии, они будут рождаться снова и снова под воздействием солнечных лучей, но нужно, чтобы рождался криль. Вот. Потому что именно крилем питается, значит, не нужно, чтобы рождался, а нужно, чтобы количество криля поддерживалось, для того, чтобы вся эта чудесная, богатая экосистема, она существовала. Собственно, криль, он является ядром и сердцем всей вот этой вот, всего вот этого потрясающего биоразнообразия. И я бы сказал, что Антарктида – это одно из последних мест на планете, которая осталась в том виде, в котором практически в том виде, окей, практически в том виде, в каком она была до появления человека. В этом ее огромная ценность, да, то есть это как один огромный оплот живой природы. И очень важно сохранить его таким, поскольку человек, к сожалению, истребляет очень много видов животных, и это истребление происходит в основном двумя способами. Первый способ – это прямое уничтожение. Таких примеров, конечно, масса, и вы их без меня, как, безусловно, знаете. Вот. И второй пример – это разрушение места обитания. Вот. И очень многие животные, в том числе и уникальные, редкие животные, страдают от того, что человек разрушает их места обитания. То есть разрушает экосистему в корне. Проблема в том, что в Антарктиде идет очень серьезное рыболовство, и вылавливается, конечно, в основном криль. Зачем вообще ловят криль? Криль идет на какое-то масло, содержащее омега-3 жирные кислоты. И также криль идет на корм для лососевых ферм, в частности, в Норвегии. И, по-моему, в Канаде, скорее всего, тоже. И вот, значит, эти миллионы тонн криля ежегодно корабли вычерпывают из Южного океана к югу от Антарктической конвергенции. То есть опустошение океана, ну, конечно... Я бы не сказал, что они там вычерпывают какие-то там прямо на 50% там, или 70%, не дай бог, криля. Нет, слава богу, такого пока что не происходит. Но, конечно, темпы добычи постоянно наращиваются. Это называется экономический рост в современном обществе. И, значит, такое рыболовство, оно абсолютно губительно для экосистемы. Соответственно, плотность криля уменьшается, кормовые базы уменьшаются, животные вынуждены тратить больше энергии на ловлю и добычу пропитания. И таким образом нарушается целая экосистема, да, то есть экосистема, она вообще чем хороша? Экосистема любая, она стабильна, когда в ней много элементов, она стабильна, когда в нее не вмешивается. И вот если экосистема сохраняет все свои элементы, она будет стабильна и будет процветающей, она даже справится с каким-то там, с каким-то натиском, каким-то прессингом среды
и так далее, да. Но если мы будем истощать эти системы, то, значит, рано или поздно система дрогнет. И, к сожалению, вот это вот рыболовство в Антарктиде, оно является, наверное, самым, ну, самым таким тяжелым ударом перманентно, который наносится по экосистеме. Ну, и если говорить про глобальное потепление, то за последние 500 000 лет наша планета пережила 5-6 периодов потепления, и, в общем-то, животные с ним справились. Но текущее глобальное потепление, оно отличается от всех остальных. И, ну, во-первых, человек вносит, безусловно, свой вклад в глобальное потепление. Мы не знаем, насколько он большой, но мы знаем, что, конечно, температура воздуха коррелирует с объемом выбросов СО2. Это за 20 век очень хорошо показано. Вот. Но суть даже не в этом. Безусловно, глобальное потепление означает таяние льдов. Глобальное потепление означает изменение картины течения ветров на планете. И, конечно, очень хорошо принимать меры по переходу на возобновляемые энергии, источники энергии и так далее. Вот. Но гораздо страшнее это глобальное потепление именно тем, что человек присутствует. То есть глобальное потепление само по себе кризис, но кризис можно пережить. Но оно страшно именно тем для животных, для экосистем, что это глобальное потепление, что в Арктике, что в Антарктике, оно отягчается присутствием человека. И человек, оказывая большое давление на экосистемы, то есть, в частности, вот этот вылов и перевылов рыбы, вот как в Норвегии было. В Норвегии они на каком-то моменте они столько рыбы выловили, что просто, ну, она там почти исчезла, хотя это там треска и селедка, они очень хорошо возобновляемые ресурсы, но они прям переловили, и им на какой-то момент на несколько лет пришлось закрыть добычу чуть ли не полностью, ну, не полностью, нам очень сильно сократить для того, чтобы восстановились ресурсы. Но экосистема, она способна к восстановлению. Вот. И поэтому, чтобы пережить кризис потепления, животным необходимо то, чтобы человек оказывал как можно меньше прессинг на экосистему. Вот. И в этом наша ответственность. В этом ответственность компаний, которые добывают ресурсы, будь то биологические ресурсы или полезные ископаемые, или что-то другое. И ответственность человека именно в том, чтобы во время кризиса потепления животные смогли выжить. Ответственность человека в том, чтобы ответственно снижать и регулировать этот прессинг. Вот. И в связи с этим, ну, есть такое, как бы, такая вещь АНТКОМ, это объединение всех стран, так сказать, антарктических стран, да, эти страны, которые имеют отношение к исследованиям Антарктиды. И АНТКОМ договорился о создании охраняемых морских районов вокруг Антарктиды, но пока что он их не создал. Значит, в чем суть создания охраняемых морских районов? Охраняемый морской район это, ну, как у нас в нашем привычном слове заповедник или ОПТ, да, особо охраняемые природные территории, только здесь это акватория, и она находится не в ведении какой-то страны, а она, как бы, находится в международных водах. А в этих охраняемых морских районах запрещен, соответственно, запрещена всякая хозяйственная деятельность. В частности, конечно, ключевым запретом будет являться, конечно, запрет на вылов криля и рыбы-клыкача. Ну, в первую очередь, конечно, криля. Да? Соответственно, если удастся создать такие охраняемые морские районы, это будет защищены примерно 30%, 35% вод вокруг Антарктиды. И математические модели, которые построены, значит, людьми, которые занимаются этим, этого хватит для того, чтобы экосистема Антарктиды оставалась полностью автономной и самоподдерживающейся. Вот сейчас вот создали район, охраняемый вот, несколько лет назад в море Росса, и вот вокруг островов некоторых субантарктики, ну, в районе конвергенции. Но очень вот важно сейчас именно создание вот этих морских районов, которые находятся на обсуждении. И, к сожалению, Россия является одним из игроков в составе АНТКОМ, который препятствует созданию охраняемых морских районов. Но мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем продавить эту тему и, значит, морские охраняемые районы создать, чтобы сохранить эту уникальную экосистему, чтобы добыча криля для каких-то таких сомнительных довольно целей, которые не то чтобы очень нужны человечеству, чтобы эта добыча криля не повредила и не разрушила этот вот такой один из последних оплотов дикой природы на нашей Земле. Все, друзья, у меня на этом лекция заканчивается. Спасибо. Стас, спасибо огромное Стасу за такую насыщенную и яркую презентацию. Я вижу, действительно много вопросов и интересов вызвала эта тема. Ну что ж, дорогие друзья, можно направить эти вопросы дополнительно
мы опубликуем ответы от Стаса и других лекторов у нас на сайте.